Библейский портал экзегет.ру представляет. Доброе время суток, братья и сестры, все любящие чтение Священного Писания, и мы с вами продолжаем исследование книги Исход на интернет-портале exeget.ru. С вами сегодня я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель с Сретенской семинарии Российского Православного Университета. Мы с вами в прошлом занятии рассмотрели 20 главу, где располагаются 10 заповедей закона Божия. И далее мы с вами переходим к 21 и очередным 22 и 23 главам, где будет говориться о том, как эти заповеди, которые были даны вкратце, должны исполнять по отношению человека к человеку и по отношению человека к обществу. Итак, 21 глава говорит о с 1 по 11 стих о постановлении о рабах. Следующая стихия из 12 по 32 говорит о умышленных и неумышленном уроне, причиненном человеку. То есть о преступлениях, которые были преднамерены, можно так сказать, юридическими словами, или непреднамеренными. Поставление о рабах. Действительно, у народа израильского были люди, которые служили ему. Но надо сказать, что в прямом смысле, как это сказано, вот законы, которые ты объявишь, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю. То есть, надо сказать, что у них не было такого рабства, как у язычников. Что я хочу сказать? Дело в том, что язычники имели право издеваться над своими рабами так, как они хотели. Вот, например, есть такой архефакт, это ассирийские такие таблички, которые были найдены археологами, и там есть запись подобного рода, что если раб не послушался, можешь его там и сечь, можешь даже сверлить. Если ты его просверлил, то ты должен заплатить столько. Но подобных вещей не было, конечно, в народе израильском. А скорее, люди, которые служили им, они были вот как слуги, помощники. Но не в прямом таком смысле, что над ними можно было издеваться, как над рабами. И это даже следует из текста. Как мы читаем, если он пришел один, то есть раб, пусть или слуга, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. То есть говорится о том, что в какое-то время нужно их отпускать через, семь, через 6 лет работы на седьмой год. Если же господин волдал дал им жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети, ее пусть останутся у господина ее, а, она пусть, а он пусть выйдет один. Ну, вот интересный стих. Но если пятый, если раб скажет, «Люблю господина моего, жену мою, детей моих, и не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку, и приколит ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». То есть мы видим, что это, о каких это сказано перед богов, то есть перед свидетелями. Вот судья, как мы помним, Моисей назывался богом для Аарона, и судья Израилева, они тоже назывались богами, то есть должны присутствовать в судьи. Поэтому здесь слово «богов» стоит с маленькой буквы. Что это был за ритуал? Действительно, это прокалывалось ухо. Некоторые говорят о том, что на ухо одевалась серьга, и человек, или какой-нибудь такой предмет, и человек считал, что он раб. Поэтому, когда я наблюдаю сегодня за современными молодыми людьми, кто делает подобные вещи, хочется как бы сказать: ну, хотя бы знайте истоки того, что вы делаете. Не подражайте просто так то, что называется, ну, что ли, по упрямству своему, любой моде, или так не размышляя об этом, или, как говорит молодежь, тупо подражая всему. В этом смысле есть еще один интересный здесь такой немаловажный факт, который для нас представляется интересным. Это то, что когда, если господин скажет, я люблю жену и детей, и не пойду на волю. Вот отцы церкви, например, святой Ироним Стридонский, и Амвросий Медиаланский видят в этом и аллегорический смысл. Ну, так, например, Амвросий Медиаланский пишет, цитата, «Кто поистине свободен, кто есть истинный израильтянин, тот целиком принадлежит Богу, и все, что он имеет, достояние свободы». Ничего не имеет тот, кто отказывается от свободы, говоря – люблю господина моего и жену, и детей, и не пойду на волю. И далее продолжает. Не только к господину, но и к слабости его привязывается тот, кто подчиняется всему миру, потому что любит мир или свой ум, двигателей своей воли. И не только к жене, но и к наслаждению привязывается тот, кто принимает на себя заботы домашние, а не только ту вечную заботу. Вот ему-то у двери и косяка господин проколет ухо, чтобы он помнил свои слова, что сам выбрал рабство. Конец цитаты. Вот это очень важное такое рассуждение у Диаланского и его, как он завершает это рассуждение, говорит, что человек сам выбрал рабство, привязанность, хотя ему была дарована свобода. О чем здесь идет речь? Мы помним, что в Священном Писании Господь Иисус Христос говорит, что кто больше любит отца или мать, жену или детей, нежели меня, не достоин меня. Люди, которые впервые соприкасаются со Священным Писанием, вырывают этот текст из общего контекста Священного Писания, говорят, это какие-то бесчеловечные заповеди. Как же так? Любить своих родных и близких надо меньше. Неужели не было заповеди только что, почитая отца и мать, Неужели нет других заповедей, муж да любит жену свою, как и Христос возлюбил церковь свою, а жена да, слушается мужа. Неужели нет заповеди апостола Павла, который говорит, не раздражайте детей своих, о чем идет речь, когда Христос говорит, кто любит жену или детей, или братьев, сестер больше, нежели меня не достоин меня. Речь идет о том, что без Христа невозможно научиться правильной, Духовной жизни. Без Христа невозможно научиться правильной любви ни к ближнему, ни к детям, ни к жене, ни к братьям, ни к сестрам, ни к родителям. Именно Христова любовь показывает нам смысл самой любви, в чем? Жертвенность. Жертвенность что это значит? Многие люди понимают жертвенность, но это может бросить нам амбразуру или там совершить какой-то немыслимый подвиг. Нет жертвенность она проистекает ежечасно и ежеминутно в наших домашних делах например собрался православный христианин куда то идти ему надо идти вот срочно но жена его просит вот болеем сходи пожалуйста в аптеку купи лекарства надо сказать что вот с этого начинается духовная жизнь или например христианкой стала возле икон молиться а муж говорит мне надо срочно идти и погладь пожалуйста рубашку жена откладывает молитва слов, идет гладит рубашку, она жертвует собой, а потом продолжает молитву и служит мужу. Поэтому Господь говорит, что все, что вы сделали ближнему моему, все равно, что сделали мне. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. Вот о чем идет речь. Только Христос может нас научить правильной любви. Только заповеди Божии могут нам подсказать, как нам действовать по отношению к своим ближним. И о той любви мы с вами несколько раз уже говорили, сказано о качествах этой любви, можно всегда себя проверить, что любовь долготерпит, не завидует, не ищет своего. И духовная жизнь, она начинается именно вот с семьи, там, где мы готовы пожертвовать своим временем, готовы пожертвовать своими какими-то интересами ради своего ближнего. И в этом смысле Авросим Диаланский так и пишет что если человек прилепится и будет... Видите, как он интересно здесь заметил. Он говорит, что знаешь, что потому что любит больше мир, тот, который хочет остаться, и свой ум. Видите? То есть он по своему рассуждению, по своему намерению, по, по, по своим каким-то человеческим мотивам решил сам построить свой искусственный мир, не прибегая к помощи Божьей. Каким-то психологически, может быть, тренингом каким-то еще непонятным, там, сомнительным правилам выстраивать свою семейную жизнь. Это всегда опасно. всякие всякие любая психология, которая противна православной антропологии, понимания человеке, теологии о Боге, навсегда опасна. Она разрушится рано ран или поздно, как карточный домик. Так мы видим, что Амбросим Диланский так и говорит, что господин проколит ухо, чтобы он помнил слова свои. То есть ухо, что сказал? Ухо это то, что может слышать. Что сам выбрал рабство. В Священном Писании апостол Павел в Новом Завете так и говорит. Кому вы служите, тому вы и рабы. Если служите своему уму, своей самонадеянности, своем самомнению, то тогда вы рабы своего самомнения и самонадеянности. Если Богу, а Бог сказал, о нем он сам о себе говорит: если даже родная мать оставит тебя, я тебе не оставлю никогда. Бог любит человека и знает, как ему поступать в той или иной ситуации, предвидя все и все делает для человека, чтобы спасти его, как в этой жизни, так и для жизни будущего века. И далее мы с вами читаем о умышленных и неумышленном уроне или умышленных неумышленных преступлениях, сказано, кто ударит человека, так что он умрет. Да будет предан смерти 12 стих. Но если кто не злоумышлял, то есть ехал человек, например, на автомобиле, по внимательности, он не хотел же убивать и колечить человека, но по своей не, по не внимательности это сделал. Тогда убийцы, э, а Бог попустил ему попасть под руку Его, то есть здесь прослеживается промысел Божий, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. В Ветхом Завете были специальные дома, куда люди, которые совершали непреднамеренные убийства, ну, то есть поднимал человек бревно, строил, например, дом, сам хозяин, а тут друг мимо пробегал раб, решил под бревном прином проскочить, а он не удержал бревно и уронил. Ну, не виноват, это называется непреднамеренное убийство. То такие убийцы, их было шесть городов в Израиле, они туда убегали, они были как бы ну, как на пожизненном заключении, что ли. То есть непреднамеренное убийство не каралось смертью, а преднамерение в израильском народе каралось смертью. За смерть всегда была смерть. Поэтому далее мы с вами считаем, да. А если кто намеренно умертвит ближнего, коварно, то и от жертвенника убери его на смерть. Что значит от жертвенника моего? У народа израильском был такой обычай, что человек, когда убивал э, другого человека, он мог побежать к жертвеннику, схватиться за него, там был такой рог, и держаться. Но никто не, мог, не имел права убить его возле жертвенника. Пока он держится, пока там люди не устают, он мог потом убежать и убежать в этот город, где непреднамеренно сидели убийцы. Но Господь говорит, что да, бери его на смерть. То есть нужно дождаться его отнять, возле жертвы действительно нельзя было убивать. Кто ударит отца своего или мать свою, тогда должен предать смерти. То есть за оскорбление родителей в народе израильском был смертный приговор, в общем-то. Кто ударит человека и сынов израилев, продаст его или найдет его в руках у него, то должен предать его смерти. Кто злославит отца и мать, даже за злосло, за злословление отца и матери тоже народе израильском было очень строго. По-видимому, были тогда не совсем тоже благоприятные времена, когда Господь прибегал к такой, в общем-то, с точки зрения такого, может быть, трансгуманизма жестокой, но если Бог это делал, то, значит, по-другому было невозможно исправить человека и спасти его от вечной погибели и от самоуничтожения в этом мире. Когда ссорится двое, один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, то сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома, с помощью палки ударящего не будет повинен смерти. То есть, только сказано, пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Здесь говорится о том, что если у человека действительно была какая-то ссора или драка, и человек оказался покалеченным, то если он не умер, но был покалечен и не мог работать, то тот человек, который это совершил, он должен заплатить, то есть содержать его лечение. В общем, это заповедь достаточно актуальна. Вы увидите, что вот то, что мы будем с вами рассматривать, сегодня, в общем, все есть в Уголовном Кодексе. Ну, просто рассмотрен, преломлен к разным ситуациям, но основные заповеди Закона Божия, они, в общем-то, перекочевали в уголовный кодекс, поэтому я думаю, что иногда в уголовном кодексе надо делать такие пометки, откуда это взят, чтобы это не был плагиатом. Дальше, а если кто ударит раба свою или служанку свою палкой и умрет под рукой его, то должен быть наказан. Но если один день или два переживут, то не должен наказывать его и дать ему серебро. То есть здесь множество-множество предписаний: умышленное и неумышленное убийство служит делу божественного возмездия, как мы видели. Далее, да, сказано о том, что... Интересно еще, какие тут нам выбрать свои стихи. Ну да, вот это известно. Когда, да, вот тоже вот немаловажное, когда дерутся люди, например, ударит беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую надлежит на него, который наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить. То есть мы видим, что если за смерть человека была смерть, а здесь женщина сказано, если выкинет, что тогда считается, что этот человек не человек, который вот, тоже произошел выкидыш. На самом деле многие отцы церкви и некоторые экзегеты исследуют этот текст, говорят, что не совсем такой хороший перевод в этом смысле. Здесь больше говорится не о выкидыше, а о преждевременных родах. Поэтому если будут преждевременные роды, то, что нежелательно, в общем, может как повредить здоровье в дальнейшем человеку, то должен заплатить. Но не говорится о том, что младенец, которого женщина выкинет, то за него меньше было ответственности, то, что он будет мертвым. Тоже немаловажно, ты это я хотел уточнить. Далее сказано, а если будет вред, то отдать душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. То есть, эта заповедь говорит, что руку за руку, ногу за ногу, зуб за зуб, глаз за глаз. Она, на самом деле, надо сказать, что заповедь любви. Многие ну, говорят, какая заповедь любви? Заповедь любви это в Новом Завете. Да, отцы церкви одни говорят, что Ветхий Завет был строже, другие говорят, Новый Завет заповедовал всем прощать, например, Блаженный Августин так пишет. Но тем не менее, это все-таки заповедь, которая приучает, приучает нас к любви. Почему? Дело в том, что эта заповедь говорит нам о том, что не делай и не носи больше вреда, нежели которые нанесли тебе. У нас бывает все по-другому. Нам слово, мы десять. Нас толкнули, как сейчас дам, мало не покажется. То есть еще и два, и три раза. То есть это заповедь нас предупреждает, чтобы мы ограждали свой злон, злой нрав. Если тебе что-то сделал, сделали, не можешь простить, но не делай больше вреда, нежели ты получил. Не мсти человеку в большей мере, нежели э, то, что, э, то, что он нанес тебе. Например, об этом пишут очень многие отцы, ну, скажем, и Тертулиан, учитель церкви, он говорит зуб, зуб, за зуб, кровь за кровь, вот как у него сказано, ведь оно имеет в виду не вседозвольность обиды, причиняемой за обиду, но предусматривает сдерживание неистовства, поскольку народу, жестоковыному и неверному, показалось бы слишком долгим и невероятным ожидать а мущение от Бога, о котором впоследствии было сказано через пророка «У меня отмщение и вздаяния. Второзаконие 32.35. То есть заповеди Божии, они регулируют взаимоотношения между человеком, человеком, человеком и обществом и ограждают от того, чтобы человек не приумножал зла. Но другие отцы церкви, например, преподобный Иоанн он рассуждал так, цитата, «Закон не запрещал мщение за оскорбление обиды, говоря глаз за глаз, зуб за зуб. Благодать же хочет, чтобы удвоение нанесенных обид или удара мы покрывали своим терпением и повелевает быть готовыми к перенесению двойного лишения, говоря, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, кто захочет судиться с тобой, взять тебе рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Матфея 5.39. Закон дозволяет ненавидеть врагов, а благодать повелевает любить их и всегда молиться за них Богу. То есть мы видим, что одни отцы церкви говорят, что эта заповедь она сдерживает, другие больше обращают внимание, что все-таки Ветхий Завет это был где-то водитель к Христу, и теперь мы уже не под законом, кто во Христе, тут новое творение, прежнее прошло, теперь все новое.